Всем привет, Денька, поздоровайся. Скажи привет всем. Что мы собираемся делать с тобой? Мы с тобой поедем сейчас стричься, ты в курсе? Я не знаю, как он будет стричься, потому что Фена боится. Я пыталась его, в общем, так приучить к фену, включала фен. До этого машинку, правда, не было времени включить, да? Ну, посмотрим. Нам уже пора подстричься, потому что у нас вот такие вот волосики. И как бы жарко. Ну, в общем, я хочу сделать ему модную стрижку. В общем, оставайтесь со мной. Не знаю, возможно, стрижка не получится. Может быть, он не высидит. Но там прикольная парикмахерская такая для деток. Да, Дэнь? Посмотрим. В общем, мы пришли. Привыкаем. Дэню посадили за столик с игрушками. Да? Да. И что там интересное тут у нас смотрит? В общем, привыкает к обстановке, потому что вцепился в меня сразу. Тебе нравятся новые игрушки? Скажи, дома все надоело уже. Маме ни телефоны даже не спасают. А тут все нравится. Все игрушки движутся. Посмотри, как все игрушки движутся. Правильно пальчиком направляют и правильно идут. Ровненько. Давай заведем. Да в рот сейчас все. Давай заведем. Посмотри, какой у нас замечательный. Сели в кресло, да, тебе нравится? Или нет? А? Укрывать будем или нет? Ну, я взяла запасную одежду, да. Но я не буду укрывать, потому что он запаникует. Нам понравилась шкатулка. Дэнь. Я ваши ключи туда перенесу. Ага. Дэнь. Знаешь, что сейчас будет, Дэнь? Такой не в понятках. Дэнька. Ку-ку. Ну что, как скажу? Я хочу убрать вот здесь, вот ему сзади, вот это вот убрать, и плавно, ну, как бы не совсем плавный там под ноль. Да, плавный переход, а здесь, ну, как бы что-то оставить, чтобы я могла ему вот так ставить. Эракез. Только не ярко выраженный такой эракез, вот я не люблю ярко выраженный. Такой вот плавный. 8 миллиметров бока сзади, нормально? Сохранять волосики будем? Первая рука. Ну, давайте сохраним. Да, ничего скривился? Стричься будешь? Модный. Смотри. Машинка. Делай. Что ты? Что это такое, Денька? Смотри, вон машина. Деня. Дэнь. Не нападай. Денька. Ой, ты молодец. Ой, ты молодец. Волосики твои. Дэнь. Денька. Мужчина. Зинцо. Зятюк Деньку гладит, гладит мой золотой. Тихо, 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 тихо. Ты молодец. Скажи, столько игрушек тут. Ой, интересно. Ты мой золотой, ты молодец, мой мальчик. Ой, какой маленький мой мальчик. Тебе что, нравится, что ли? Тебе что, нравится? Молодец, мой маленький. Ты храбрый, умничка. Скажи, я не понял, что это такое. Ни разу ничего не видел. Не слышал. Мама не включала. Красотуль моя. Вот мне что нравится, я сразу заметила, когда мимо проходила, у вас вот эти вот машинки, стульчики розовые красивые. Ой, смотри, какой уже классный ты. Дэнь, ты такой взрослый уже со стрижонкой. Класс какой. Ой, ты молодец. Мультики у нас тут. Маша. Маша растеряша. Дэнь, по-моему, ты прибалдел. Мне кажется, тебе нравится, когда у тебя в голове ковыряется. Не, просто я вижу, что у него реакция даже не испуга на что-то. Он прям такой... А, это другая какая-то. Ай, целовашки мои. Ну-ка. Дэнь. У нас прям театральная студия. Ага. На театральная студия. На, возьми. Поиграйте. Давай делаем большой. Маленький. Держи. А я пойду за мыльными пузырями. Ух ты, какая прелесть. Что это там Дэньке дали? Дэнька, смотри. Капка. Ух ты.
Водичка, дождик, Най, расскажи. Ку-ку. Дэнь, глянь, какой тоже красивый. Дэнь, вообще изменился прям. Смотри, вон. Ура! Вон. Пузыри! Ура! Ку-ку! Пузыри! Посмотри, Дэнь! Как много пузырей волшебных, разноцветных! Ура! Ладно, сейчас тебя буду держать. Таира закружила тебя. Дыню подстригли. Ну покажи, какой ты красивый теперь. Ой, да, тебе понравилось? Скажи, весело. Я как будто в развлекательном комплексе побыла, а не на стрижке вовсе. Колесики нравятся тебе, да? Да. Ну все, пойдем. Как в салоне ты был, Дынь? Как салон называется? Скажи, капризуля. А, капризуля. Капризуля. Да? Это. Площадь Толстого, 6А. Запоминай. Ну все, здесь можно, в общем, ходить, развлекаться, играться. Все весело. Что нам дали? Мы сохранили волосики детские вот здесь. У меня тоже, кстати, есть в детстве волосики. И когда я была большая, мне так было приятно смотреть. Я была такая блондинка в детстве. У меня малыш даже чуть темнее меня. Но папа черный, она значит будет черным со временем. В общем, Дэня, будешь глядеть потом на свои волосы. Я вам тоже, может, их как-нибудь покажу потом. Дэнь, давай вместе скажем. Тебе понравилось тут? Придем еще фотографироваться. Фотографироваться. Тут очень красиво просто, поэтому у меня по Фрейду вылетело фотографироваться. Нет, стричься я имела в виду. Стрижка у нас модная. Дэнь, ты что-нибудь скажешь? Я вообще-то говорила, что ты в камеру лезешь постоянно. Начинаю снимать и все. Не умеешь быть сладенькая? Нет. Мы не, не ест. Печенька можно? Нет. Ух ты, все! Понравилось ему завершать. Я с ним играю. Ничего себе. Все, он полюбил. Самолетик, самолетик. Даня летит на самолетике. Все, полюбил. Посмотри на него. Даня, я ревную. Ты че это? Ну конечно. Ты тоже такая. Скажи, мама, я тебя люблю все равно. Здесь очень классно было, но я тебя люблю, да? Тётя. Ну все, зайчик, пойдем, котик. Нас уже крестная ждет. Пойдем. Пока. Пока. Маши, пока. Маши, пока. Пока. Пока, Капризуля. Пока. Пока. Все, спасибо. До свидания. До свидания. Удачного дня вам. Спасибо. В общем, прекрасно провели время в Капризуле, нам понравилось, классная стрижка, очень быстро на самом деле подстригли, я же даже не ожидала, я думала, он будет прям капризничать в Капризуле. Нет, очень быстро все сделали, что даже он не успел, мне кажется, понять, что произошло. И теперь вот он такой красивый, модный пацан, мне так нравится. Все, Денечка, идем, крестная ждет нас, поехали, покажем себе красоту, что скажет она. Эй, ну чё? Ты теперь модный, стильный пацан. Красавчик мой. Сынуля, мой котеночек заснул. Маняшечка моя. Боже, как я люблю, когда он спит. Но он такой маленький, такой зайненький, такие губки расслабленные, что хочется прям целовать. Я бывает встаю, его целую, целую, он такой, ой. Прям я так и слышу, что он говорит, мама, отстань. В общем, сейчас приехали в Ашан. Сниму реакцию Кристины на нашу стрижку, и влог будет закончен. Дэнь, как ты танцевал? Дэнь, ну куда ж ты? Ты куда? Ну, зай, куда ты? Ты будешь стучать сейчас там к тетям? Ты все листики собрал? Вот скажи, место сколько бегает, да? Ой,
Дэнь, да стой же ты. Дэнь. Дэня. Дэнь. Иди, мама, сфоткай тебя. О, цветочка. Иди сюда. А ну-ка, Крис, зацени нашу стрижонку. Хорошо, что я сразу заметила. А, уже ты не плачешь от меня, уже видишь знакомая, да? Ну иди, крестная. Привет, иди. Привет, такой красивый. Иди. Ну как стрижка, да, меняет лицо сразу? Нет. Ты иди давай. Ну, короче, такие мы красивые. Вот так. Ну да, теперь видно, скажу я, пацан, а то прям девчонка. Девчонка, девчонка. Ну поехали, поехали. Дэня. Дэнь, куда землю потащил? Стой! Стой, говорю. Прощаться будем? Дэнь, говори пока, пока. Да пока говори, Дэнь. Дэня. Дэнь. Пока. Иди сюда. Мы хотели сказать всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И мы увидимся в следующем видео, да? Мы увидимся в следующем видео. Дурында. Куда ты? Скорее убрать между тобой мой железные границы, так скажи.